Между тем, Чили вывезло 67 человек из Ливана. Среди них не только граждане этой страны, также есть перуанцы и аргентинцы. Эвакуированные прибыли в международный аэропорт чилийской столицы Сантьяго. Их встретил заместитель министра иностранных дел страны. Ранее этим же бортом власти Чили направили гумпомощь для своих граждан в Бейрут. В основном это лекарства и предметы первой необходимости.